Что значит «авиют десятки»? Как построить и почувствовать? Авиют десятки — это... Есть в этом несколько составляющих в авиюте десятки. То, что хотим объединиться друг с другом, хотим соединиться друг с другом и не можем, хотим соединиться друг с другом и все-таки можем, это различные измерения. Ну и так далее. Но, конечно же, все в соответствии с желанием. Кабью 3. Как использовать авиют правильным образом для того, чтобы прийти к большему объединению? Использовать авиют можно только в одном. Я не убираю авиют, и я не играюсь с ним. Я работаю поверх него. Я хочу соединиться со всем авиютом, который во мне раскрывается, со своими товарищами. Таким образом, что весь авиют — это только будет усиливать связь между нами.